Возвращаемся в настоящее. В Шымкенте прошла ярмарка недвижимости. Отбасы банк на одной площадке собрал застройщиков, представителей местного акимата, консультантов. Горожане могли сравнить и выбрать подходящее им жилье, тут же узнать все нюансы покупки. Весомый бонус от строительных компаний мегаполиса смогли получить клиенты Отбасы банка. Застройщики предоставили вкладчикам скидку до 3 миллионов тенге при подаче кредитной заявки прямо на ярмарке. Как выгодно приобрести жилье, выясняла наш корреспондент Катерина Попкова. Шымкент переживает строительный бум. Только в этом году запланирован ввод 114 многоквартирных домов. На ярмарке недвижимости предложения от десятка строительных компаний. Клиентка Отбасы банка Гульнара Кудайбергенова уверена, покупка жилья – это инвестиция в будущее. 4 года назад она открыла в банке накопительный депозит, ежемесячно вносила платеж. Теперь она счастливая обладательница однокомнатной квартиры в микрорайоне Туран. Самое главное – надежный банк. Я 4 года накопила депозит и вот купила квартиру. Мне процент устраивает, самое главное, низкий процент. На ярмарке шымкентцам рассказали о самых выгодных вариантах покупки жилья. Через Отбасы банк можно приобрести как готовые квартиры, так и жилье в еще строящемся доме. Ставки по займам составят от 5 до 8,5%. Это и привлекает клиентов, говорят специалисты. Только с начала года новые депозиты открыли больше 35 тысяч горожан. Любой человек, пришедший в банк, находит для себя ту или иную программу. 70% – это кредитование на рынке. То есть это приобретение жилья на первичном, на вторичном рынке, приобретение домов, выдача кредитов на ремонт, на строительство домов. Многие сегодня уже выбрали для себя квартиру, а для тех, кто еще не решил жилищный вопрос, специалисты банка готовы помочь определиться, как выгодно это сделать. Очередники через банк также могут принять участие в госпрограммах «Нурлы жер», «Шаныраг» и «Бахты Отбасы». Катерина Попкова, Шымкент. Итоги дня.